Ух, мои красавчики! Ух, ух, мои красавчики! Всех приветствую на карантине, я понимаю, делать нехуй, но... И табачка-то, собственно, нигде не купишь. Поэтому у нас сегодня не обзор, ни в коем случае. У нас сегодня анонс крутого конкурса, который я совместно с этими компаниями проведу с 30 марта по 5 апреля. У нас здесь есть спонсоров Game of Smoke, Blackfire и Interfoods. Они подготовили для тебя, мой любимый подписчик, вот такой вот бокс. И кто-то из вас, кто примет участие, заберет его с собой. Либо пойдет забирать с транспортной компании. Да? Давайте, собственно, разбираться и теперь немного поясню о конкурсе. А у меня здесь на Ютубе идет лишь анонс. Сам конкурс пройдет в Инстаграме. И все, что вам нужно будет сделать, ровно в 23:59 30 марта зайти ко мне в Инсту, найти нужный пост и выполнить все условия. Как мы знаем, условия у нас самые обычные. Подписаться на Game of Smoke, подписаться на Interfoods и Blackfire. Все, три подписочки и оставить комментарий, где ты отметишь своего дружбана, с которым вы раскуритесь вместе во время этой черной пандемии, да? Погнали смотреть, что у нас здесь. Уф, ребятулечки, а он тяжелый, давайте его откроем. Ты получишь точно такой же бокс. И тут сразу нас встречает что? Такой анпакинг. Нас встречают брошюрки. Брошюрка Blackfire. Это бестабачная чайная смесь. Очень хорошая. Кстати, по аромке, по вкусам очень круто. Давайте я вам зачитаю. Смесь для кальяна Blackfire на основе черного листа. Специальная технология приготовления промывка черного листа позволяет максимально избавиться от привкуса чая при курении кальяна. Герметичная упаковка позволяет сохранить весь фантастический аромат в каждом вкусе. Состав. Черный лист, патока, пищевой глицерин, ароматизатор, никотин. Хранить в темном прохладном месте, ля-ля-ля-ля-ля и так далее. Это у нас первое. Второе. Там внутри есть кальян. Кальяны Blackfire, которые с этими прикольными вставками из какой-то смолы, я даже не в курсе, короче, еще они светятся в темноте. Тут есть тоже кальян внизу, мы сейчас до него дойдем. И получишь табачок Game of Smoke. Ребятки выставлялись на Hookah Club Show с этим табаком, и многим зашло. Я с людьми общался, они говорят, прикольно. Ну, достаточно очень круто. А все это вот так вот красивенько замудрено. Вот так вот, посмотрите. Красивая брошюрка. А здесь, в принципе, никакой информации о продукте нету, да она и не нужна, если о нем есть нормальные отзывы, да? А давайте-ка мы теперь сделаем вот так. А чтобы вы понимали, сколько здесь табака, да, давайте посмотрим, сколько здесь Blackfire. Здесь потому что его реально дохренище. То есть это все ты получишь буквально... Выполнив каких-то простых три условия, и вуаля, у тебя целая куча табачка. Так, Game of Smoke мы положим сюда. Кстати, у Game of Smoke очень прикольные пачки. Эргономичные, скажем так, да? Так, надо было мне как-то это все заранее вытащить, да, чтобы было попроще. Потому что сейчас я понимаю, что я начинаю тонуть в тайминге. Так, смотрите, два толстых слоя. Табака, один слой у нас чайная смесь, второе хороший табачный лист, от которого ты явно кайфанешь. О боже, о боже, о боже. Смотрите, смотрите, что вы получите, если примете участие у меня в Инстаграме с 30 по 5 марта. Так, вот столько табака ты получишь просто так. Открываем второй уровень. И здесь что у нас? У нас здесь есть мундштук, Blackfire, Game of Smoke. Есть вот такие вот ошейники для твоей кошечки. Ты их тоже получишь. Вот такая вот крутая футболочка. Но она чисто такая жестко мерчевая, но очень прикольная. То есть, ну, почему нет, да? Почему нет? Как бы, да, дареному коню в зубы не смотрят.
И самое интересное, это у нас кальян. Так, ты получишь вот такой вот мундштук. Он тоже вроде светится в темноте. И получишь еще вот такой вот мундштук. Кстати, могу сказать, что цвета могут отличаться. Предупреждаю сразу. Так, сразу получишь Soft Touch шланг. И давайте посмотрим, какой кальян ты получишь в подарок. Коробочка так себе, конечно. Уф. Смотрите, парни, это вот это эпоксидная смола. Очень прикольно, очень ярко. Так, давайте его соберем и полюбуемся. Ой, бля, сейчас начнется пиздец. Хотя нет, я зашарил все. Уф, ебать, испугался. Опачки, опачки, смотрите, уже все вырисовывается. О, это максимально простой в сборке кальян. Прям максимально простой. Так, но при этом сделан очень качественно. Здесь есть все нужные штучки, чтобы ваш кальян не расплавился, когда вы поставите на него свои угольки. Так, и, собственно, коннектор под шланг у нас на резьбушечке. Вот так вот он собирается, и выглядит кальян вот так. А у него есть диффузор несъемный. 4 рабочих дырочки и, как я понял, вертикальная продувочка. Бля, ну заебись просто. Охуительный подарочек, ребят. Поэтому участвуйте обязательно. Давайте-ка еще раз закрепим знания, чтобы вы не проебланились. 30 марта в 23:59, это фактически 31 марта, у меня выйдет пост в Инстаграме. Видео выйдет заранее. Что вы посмотрели призы и подготовились, да? Так вот, в 23:59 выйдет конкурсный пост в Инстаграме, где нужно будет подписаться на нужных людей и оставить комментарий. То есть все гораздо подробнее будет написано уже в самом посту. Так что, ребятки, я желаю вам удачи, чтобы вы выиграли все вот это добро. И у вас было что курить, если вдруг коронавирус уебенит, так уебенит, да? Так что всем пока, это был Дава Дым, специально для вас подарочки. Blackfire, Interfoods и Game of Smoke, все для вас, ребята. Пока-пока.